Ой, это что бурлит такое? В трубе вода или кишка в желудке? Жрать хочет. Наверное, второе. Это, наверное, просто очень кушать хочется. Эх, надо пойти к бате попросить что-нибудь вкусненького. Он же у меня хороший батянь, точно все даст. Это не то, что мать. Эй, бать! Бать, ты где? Батя! О, вот ты где! Слышь, бать, нет, мне надо хавчика немножко организовать, а? Что-нибудь вкусненького организуешь? Чё молчишь? Отвечай, говорю! Ты ж только что ел час назад, я не понял. Сколько можно есть? Эй, бать, ты ж сам сказал час назад! А это ж на сколько, между прочим? 60 минут! Это знаешь, как давно было? Это чуть мне не полжизни прошло! Слышь, дай пожрать. Не, не. Что значит не? Не, жрать хочу, батя! Ну смилуйся, ну сам же ж поела мне чё? Я только час назад, я уже час назад ел! Не, ну дай пожрать, а? Тебе чё, жалко? У тебя ж я видела в этом белом дыруге столько всего хранится! Чё, даже какой там, а? Ну дай, ну не жмись! Ничего себе ты приставучий, а? Ладно, хорошо. Неужели, неужели в самом деле, а? Сиди, жди. Эх, я постою, а то сидя уже очень сильно кушать хочется. А может и пойду? Ну чё там ты сварганил, а? Ну чё, колбаску пожарил? А ли отбивнушку? Или кусок мяса? Чё? Это чё такое, бать? Это же сухач. Эх, сухач, знаешь, батя, даже это, Бобик не будет кушать, не то что Шерлок. Ты мне это... Дай что вкусное, пожалуйста. Ну, умоляю, руки тебе лежу, дай, говорю. Что, вообще жмот, а? Ты с тобой так всегда. Просишь вкусняшку, получаешь бе-бе-бе. Ну, дай, ну, дай. Ну, руки же лежу, умоляю, упрашивай. Ну, дай, пожалуйста. Пожалуйста, ну, дай. Если не хочешь есть сухач, значит, ты не хочешь есть. Понял? А я тебе не говорил, что есть хочу. Я говорил, что вкусняшку хочу. Придумал. Вот так я тебя даже лаять буду. Если ты мне давать ничего вкусного не будешь. И ты мне не друг, все, бать. Расстаюсь я с тобой. Буду на тебя теперь лайкер, что такой фу-фу-фушный. Понял? Вот это значит. Завтра до утра, раз такой разговор у нас пошел. Понял? Блин, наверное, панку перегнул. Бать, прости, друг, ты мне друг, дай пожрать. Мать, где? Вот ты где? Мать, слышь, жрать хочу. Ну, вернее, не жрать, а вкусняшек хочу. Организуй что-нибудь вкусненькое. Я знаю, у тебя много всего, а? Ну, организуй, пожалуйста. Что, моему ушастику вкусняшки захотелось, да? Ну, пошли, у меня есть кое-что, пойдем. Пойдем, пойдем. Идем, 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 есть, есть вкусное, пойдем. Пойдем, я с тобой поделюсь. Идем, 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 я твою миску уже взяла. Так. Держи миску. Мать, а где еда? Тут же пусто. Выросла капуста. Не, это не пойдет, это просто миска. Где моя еда? Ты же обещала, сказала, вкусняшкой поделишься. Так не годится. Это обидно даже, я только в футбол с ней могу поиграть. Не, мать, где еда? Ну ты смешной, подожди, я тебе только пока миску пустую принесла. Сейчас несу вкусняшку. Ну, смотри, что я тебе принесла. Смотри, какие у меня панкейки классные. Я знаю, что ты их любишь. Я тебе такой большущий хочешь. Целый, смотри. На всю миску. Опа. Ну-ка, зацени. О, мать, да ты настоящая кудесница. Мне уже слюнка подошла. Вот это я понимаю, пир на весь мир. Вот это жратва. Это же твои пузо, как вкусно. О, вот это. Блин, вкуснятина! Это как, мать, ты говоришь? Панкейк или как? Вот я такого заморского названия не знаю. Батя, в следующий раз скажу, чтоб я тоже панкейком подогнал. Вот это жрачка! Ням-ням-ням. Вот, бать, не сравнится, мать, с тобой. Бать, полный отстой в кормежке. А это ням-ням. Вот это я жрикаю. Вот это, Бобику, запиши на камеру, мать. Покажи, какие у меня деликатесы. Это ж какая, знаешь, как в фильме говорят, икра заморская, баклажанная, такой панкейк заморский с малинкой или чем-то тут вкуснячий. Ох, вот это теперь у меня в животе не будет бурлить.
такого кусочка маленького. А! Надо миску вылезать. Тут же столько еще вкусняшных запахов. Мать! Короче, я съел. Спасибки большие. Прибольшие. Надо вылезать, подлечить. Все. Пойду гулять. Теперь я сыт. Ну, наелся? Ну и молодец. Иди гуляй. Да, пошел, я Бобику похвастаюсь. О, точняк, надо же Барбосу купить что-нибудь. Так, а что я могу думать вообще? Два это кота, три, четыре, пять, шесть, семь. Это бабская. О, восемь. 9. Не, за копыта может обидеться. Кость узловая. О! Нормально. Утиная грудка, меня корми. Че это? Тоже для собак, да? Зверье мое. Пойдет. Может и хватит. О, еще вот. Куриное филе на палочке. Гурман. Хватит. Надо моего мальчика побаловать, побаловать. Так что же ему выбрать? Может, ухо? Нет. О! Уши кроличьи с мясом ягненка. Или медальоны из ягненка. Что же выбрать? Уши или медальоны? Даже не знаю. Ладно, возьму уши. Ну что, пожалуй, ему хватит. Слышь, бать, ты помнишь, надо же лапы мыть, а то мать будет ругаться. Слушай, мыться? Да мне в лом мыться. Мне в лом мыться. Давай. А ты что делать будешь? Раз, два. Просто стряхнешь! Три. Покажи последнюю. Да у тебя, бать, крутой ноу-хау. Четыре. Всегда в так. Все? Все, помыться. О, крутяк, иди, вот быстрее, это круто. Все, мы помыли сначала. Вот это жизнь. Ну, погуляли, теперь надо идти помыться. Пойдем помоем и голову, и уши, и нос, и лапы. Какую пошли. Голову, какие уши, какой нос? Мать, я только лапами Черт, ходил. Ну ты же грязный. Надо после прогулки всегда мыться. Ну я ж не ходил на голове и ушами не терся. Давай снимем шлею. Абрикос, стой. Куда пошел щенок мой? Капец, все. Походу я уже мокрый. Кто такой грязный? Кто такой грязный? А? Это кто такой грязный? Будет умыться. Вот это я попал. Не знаю, кто грязный, я чистый. А теперь только мокрый. Эх, попал я. Был хороший, сухой щенок, стал хороший, но мокрый. Кто из вас еще не любит мыться, ставьте лайки.